Представляем вам хит телеканала Шоп-н-Шоу, полюбившийся нашим телезрителям. Аэрогриль от бренда Energy. Прибор для тех, кто любит готовить и экспериментировать на кухне, ну и, конечно, заботиться о собственном здоровье. Сегодня мы уже начинаем готовиться к Новому году. Пора сделать себе подарок. Вот такого надежного помощника. Ай, друзья, сегодня мы выбираем с вами помощника, который будет готовить вкуснейшие блюда без нашего участия. И мы вам сейчас докажем это. Что же приготовил нам сегодня Александр Астунин, эксперт рубрики «Кухня», вице-президент и бренд-шеф Ассоциации кулинаров России. А я сегодня приготовил говяжий бок специально для нашей ведущей Оленьки. Оленьки Гридуновой, давай, пробуй. Что-то ты маловато мне, да, Ну ничего, я тебе еще отрежу. Все впереди. Итак, дорогие друзья, это три в одном. Смотрите, вначале мы с вами приготовили на гриле мясо. Мы также можем приготовить рыбу, птицу, овощи на гриле. Мякое, сочное, дальше. Какое мясо. Да. А дальше? Прям во рту тарит. Давай гарнир, давай на вилку. И здесь мы уже приготовили что? Картофель по-деревенски. Картофель, который мы говорим, готовили во фритюре, но без грамма масла. Далее мы с вами приготовили десерт. Оленька, скорее дегустируй, потому что уже десерт подходит. И это твой любимый шоколадный фондан. Итак, что же это такое? Это гриль, это фритюр, это духовка, это три в одном. Причем самое легкое управление, и там работает конвекция. Что такое конвекция? Это нагрев нагревательного элемента. Собственно говоря, этой камеры. И дальше вентилятор разгоняет по этой камере тепло. Таким образом, там не бывает пустых мест, холодных или слишком горячих. Абсолютно равномерный прогрев. А это значит, что у вас будет всегда потрясающий результат. Вкусная еда, та самая корочка, причем здоровое питание, весь жир отсаживается у нас в специальный контейнер. Очень вкусно. Друзья, знаете, что мне понравилось? Готовим без масла. Это значит без холестерина, но картошечка, она прям хрустящая получилась. Мясо, оно прям во рту растаяло. Знаете, когда прям в зубах не застревает, когда быстро проскакивает, как я часто говорю, да, в животик нам. Соответственно, оно и мягчайшее, да. Вот здесь мясо, оно просто невероятное, сочное, мягкое. Ну, а картошка тоже прям супер, мне понравилось. Так, идите сюда, я вам покажу, что вы получаете сегодня в комплекте. Итак, аэрогриль от бренда Energy по цене только сегодня 4999 рублей. Цена сегодня с максимальной скидкой в честь Черной пятницы, скидка 35%. Это отличный подарок на Новый год для себя первоочередно, чтобы не стоять возле плиты в следующем году, чтобы готовил аэрогриль. И, конечно же, книга рецептов подарок. Смотрите, если вдруг ваши фантазии кулинарные иссякнут, мы открываем с вами кулинарную книгу и читаем рецепты, и готовим в нашем аэрогриле. Все легко и просто. Кстати, аэрогриль очень популярен на нашем телеканале. Продано более 10 тысяч аэрогрилей от бренда Energy. Успеете сегодня заказать с максимальной скидкой последние в этом году. Ну, знаешь, вот в прошлом году, я помню, на Новый год, да, я в 10 часов вечера уже настолько устала от готовки, что я хотела уже спать, а не встречать Новый год. И я уверена, что каждая женщина сейчас скажет «да», и я тоже. Потому что готовка, готовка, готовка. Мы, ну, просто такие уже уставшие, и уже ничего не хочется, никакого праздника. Да, в большой семье, как говорится, готовят очень много. А на празднике готовят еще больше. И что же вам поможет в этом? Вам поможет аэрогриль Energy. Здесь вы уже забудете о том, что вы постоянно должны находиться на кухне. Нет, дорогие друзья, что мы делаем? Смотрите, Оленька, прям держи. Прям держи, я буду закладывать при наших телепокупателях. Смотрите, это замороженный полуфабрикат. Картофель фри. Готовится, знаете, он сколько здесь без масла? Ровно 12 минут. Без масла, без вашего участия, что мы делаем? Без масла? Мы засыпаем картофель, картофель полуфабрикат сюда. Далее берем эту чашу, вставляем в наше загрузочное отверстие. Далее выбираем режим, какой нам нужно. Вот здесь вот есть подсказочки для мяса, для картофеля, для овощей, для рыбы. Выставляем необходимую температуру в виде 200 градусов и ставим на 12 минут. Все, через 12 минут замечательный картофель фри без грамма масла. Именно благодаря тому, что внутри работает конвекция. А какой сейчас объем у нас чаши? Объем чаши 2,6 литра. Слушай, это значит, что в среднем 10-12 порций мяса, овощей или картофеля вы сможете получить. Ну, а мы переходим, Оленька, знаешь к чему? Конечно же, к духовке. Знаете, конечно, друзья, мне нравится больше всего в аэрогриле, что это три в одном.
Это гриль. Мы вам это показали, вкуснейшее мясо с корочкой во рту таяло. Это фритюрница, в которой мы готовим без масла, а значит, без лишнего холестерина. И это полноценная духовка. Три в одном за 4999 рублей. Ну что, держи, я понимаю, нет. Подожди, моя вилочка. Вот она. Десертная вилочка из набора, кстати, который мы сегодня тоже представляем. Давай, аккуратненько, горячая. Показывай, что там внутри. Я малинку положила, между прочим. Смотрите, малинка. Какая вкуснятина. Ну? Не, я с тобой никогда не похудею, Саш. А ням-ням-ням-ням. А ты еще бы разломила и показала, что внутри шоколад. Вау, там еще что шоколад. Что тянется шоколад. Сейчас я вам покажу шоколадку. Я не могу показывать, я хочу все это съесть. Ну что? Слушай, очень нежный получился кейк. Очень нежный. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас внутри есть конвекция. Шоколад прям. Конвекция одинаково распространяет горячий воздух по всей камере. Это значит, что ваше блюдо будет готовиться гораздо быстрее. Оно будет гораздо вкуснее. Это значит, что будет румяная корочка. Внутри будет сочная. И главное, что это будет еще и полезно. Почему? Потому что мы готовим с тобой без грамма масла, Оленька, вообще без масла мы с тобой это готовим. Это прекрасно, то есть это наше действительно здоровье. Великолепно. И это действительно здорово. Бренд вот Energy. Это как прям курица-гриль готовится, да, внутри? Да. Я вспоминаю, когда еще до замужества мы с мужем только начали жить вместе, мы постоянно ходили в один и тот же магазин и покупали там курицу-гриль. Потому что я тогда суп готовить-то не умела, понимаешь, вот так и спасались. Я помню, это вкусная курочка, боже мой, слюньки от нее прям текли. Куры-гриль, они просто бесподобны, вкуснейшие, правильно? Совершенно вот верно. Сегодня мы с вами будем готовить в аэрогриле курицу-гриль. Мы с вами будем готовить картошку фри без масла, это еще и фритюрница. Мы будем готовить и выпечку, ведь это три в одном. И духовка, и фритюрница, и гриль за 4999 рублей. Успейте заказать к Новому году. Да, совершенно верно. Это великолепный бренд Energy, который старается для вас, который не тратит ваши же деньги на рекламу, а дарит вам в виде доступных цен. Итак, дорогие друзья, про курицу-гриль идите сюда. Идите, вот смотрите, она. Какая великолепная огромная. У нас получилась. Всем приятного аппетита вместе с нами и вместе с брендом. Будьте счастливы и на Новый год отдыхайте, а не готовьте.